свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Музей. Пеппа и ее семья приехали в музей. Папа, а что такое музей? Это место, где много всяких интересных старых вещей. Старше тебя? Да, даже старше меня. О, какие старые! Там есть зал с вещами, которые принадлежали древним королям и королевам. Ой, я так хочу пойти в этот зал! А еще зал с настоящим динозавром. О, динозавр! Привет, мама свинка. Привет, мисс крольчиха. Сколько вам билетов? Два взрослых и два детских. Динозавр. И динозавру. Пеппа хочет увидеть вещи, принадлежавшие королям и королевам. Ух ты! Динозавр. А Джордж хочет увидеть динозавра. Не плачь, Джордж. Мы скоро пойдем к динозавру. Пеппа, это вещи, которые были у королей давным-давно. Вот королевский стул. Золотой трон. Он красивый. Платье королевы. Какое милое. Смотри, Пеппа, настоящая золотая корона. Ух ты! Чудесные вещи. Мама, где королевский телевизор? Тогда не было телевизора. А, как не было? А компьютеры были? Нет, компьютеров тоже не было. Чем же они занимались? Мама, будь я королевой, я бы ела одни пирожные. Пеппа воображает себя королевой. Объеденье. Что прикажете, королева Пеппа? Я? Еще одно пирожное. О, да. Пойдемте. Иду, папа. Папа, я королева. Ты должен мне поклониться. О, прошу прощения, ваше величество. Чем вы занимаетесь? Я ваш папа. Интересное занятие. Да, очень интересное. Что это за зал? Это зал с динозавром. С динозавром? Джордж, это зал с динозавром. Динозавр. Где же динозавр? Где-то в этом зале. Я не вижу. Он, наверное, маленький. Нет, Пеппа, он очень большой. Ой! Это скелет настоящего динозавра. Динозавр. Джордж воображает себя большим динозавром. Это динозавр! Спасите, спасите! Это самый любимый зал Джорджа. А мой любимый – это королевский зал. А папа-свин пошел в свой любимый зал. А какой это зал, мама? Зал с пирожками. Любимый зал папы-свина – это буфет музея. Ну-ка, садитесь. О, да. Это хороший зал.